Так, пошла вторая часть. У них огород на крыше. Вот. Вот самый маленький и самый вредный автомобиль. Привет. Я давно хотел тебя увидеть. Я читал все твои посты и лайкал. Все твои, да. Я всегда боялся попасть в лапы к психологам. Да, да, да. Ну ладно. Ладно, пойду, не буду вас отвлекать. Так, или себя. Это панда, очень популярный в нашей синагоге автомобиль. Так, что-то радужное с двумя девушками. Да, я зарегался, получил литр бесплатного пива, которым готов рассчитаться за твое пиво. Да ладно, у тебя вон какой штурман, посмотри, возьмет бумажку и прочитает. Регится. Ну, подходи, у нас там в нашей синагоге есть. Мы за углом. Регится, ты проехал, была справа. Где-то там. В книжке написано очень подробно. Вот, опеля маскируются под вакс-холл и думают, что мы их не узнаем. Ну, конечно, в такой машине путешествовать офигительно 13 тысяч километров, как вы понимаете, да? Сузуки, но, блин, для меня это будет следующий этап. Те, кто плохо себя ведет, сбрасывают вот в этот бункер. Собственно, это военно-морская база чешская, выходит, наверное, к какому-то морю.